Волуце риктис, что означает «летающая ласка». Это было летающее животное с острого черепа, достигающее в размахе крыльев от 15 до 18 дюймов. Появляющаяся ночью в низинах острого черепа – новая форма существ. Насекомоядный Волуце риктис, мелкий двоюродный брат Терапус мордекса, оставлял свои дневные насесты в пещерах и дуплах деревьях, чтобы поохотиться в сумерках. С впечатляющим ночным зрением, похожий на летучую мышь, хищник был в состоянии охотиться на все, что меньше его, кроме самых темных ночей. Волуце риктисы были агрессивны к нарушителям границ своих территорий. Пара или одиночные животные поддерживали полную изолированность своих территорий от незваных гостей вблизи своего насеста. Особенно рьяно они защищали свои территории, будучи незрелыми организмами. Смертельных исходов в территориальных схватках не наблюдалось, но они являлись добычей для крупных хищников. Схваченный Волуце риктис будет бороться, яростно кусаться и царапаться до последнего вздоха. Волуце риктис является летающей крысой с острого черепа. Рацион насекомоядный, в длину достигал около 50 см, в размахе крыльев от 38 до 46 см, весил при этом от 500 до 650 грамм, обитал в низменностях острого черепа.